10 фильмов на всю планету. В Ярославле стартовал недельный киномарафон. Открытие Манхэттенского фестиваля прошло в минувшую субботу. Это уже 6-й раз, когда наш город становится площадкой масштабного кинопросмотра. Основная идея фестиваля – единение зрителя. Новинки мирового кино одновременно будут показаны в 300 городов во всем мире. Темы короткого метра самые разнообразные. Есть даже мини-сериал. Широка и география авторов. Это Великобритания, Франция, Норвегия, Австралия, Мексика. Победителей в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший актер» выберут зрители, оставив свой голос на сайте. 300 городов. Зрители в течение этой осенней недели по всему миру смотрят одни и те же фильмы и говорят, какой же фильм лучший. И это, конечно, очень интересно. Нам всегда удивительно, как ярославский результат, он каким-то образом совпадает с российским. И дальше мы смотрим уже международный итог голосования, и он тоже оказывается един. То есть получается, что люди на всех континентах голосуют примерно одинаковым образом и выбирают то, что их волнует сегодня.